Дорогие ребята, Соколята, очень люблю вас. Я понимаю, что у вас работа трудная. Моя в форме Сокола в кино была гораздо проще и, конечно, приятнее. Я за вами слежу, и самое главное, я очень боюсь по радио, по телевидению услышать, что с кем-то из вас беда. Пусть вас беда минует, пусть у вас будет мир в стране. Я вас очень люблю и надеюсь на то, что мы еще обязательно встретимся и еще почистим перышки все вместе и выпьем за нашу дружбу, за тех, кого помню, люблю и любить буду. Ваш Женя Ганелин. Обнимаю. Удачного полета вам, Соколята.